На трассе Вилюй сгорел автобус, перевозивший 10 школьников. Жертв нет. ЧП произошло на 881-м километре федеральной дороги Вилюй возле Наслега Кутана. Автомобиль «Сан Йонг» следовал из Якутска в Сунтары. В нем помимо водителя находилось 10 школьников. Выяснилось, что дети ехали из центра отдыха. По пути мужчина, заметив на панели знак о неисправности двигателя, остановил машину. Затем, увидев дым, выходящий из-под капота, эвакуировал детей. Известно, что водитель был оформлен как индивидуальный предприниматель, имеющий право оказывать услуги по перевозке пассажиров на коммерческой основе. Однако разрешения на осуществление организованной перевозки групп детей он не имел. Транспортное средство ни по каким параметрам не подходило для перевозки несовершеннолетних. Сам же водитель в течение последнего года 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент проводится проверка в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.